Более века на защите прав трудящихся. Профсоюзному движению Свердловской области исполнилось 103 года. Эту дату отметили и в Первоуральске, наградили самых активных общественников. Если мы возьмем самое главное, самое основное звено профсоюза, это профгруппорг, это человек, который в бригаде, ну, по сути дела, является папой, мамой в коллективе, человек, к которому можно обратиться с любой просьбой, с любой проблемой. Членов профсоюза новотрубного завода чествуют в Музее истории ПНТЗ. Работу активистов отмечают на городском, областном и федеральном уровнях. Вручают почетные грамоты и монеты, выпущенные в честь человека труда. Ежедневно в заводской профсоюз обращаются за помощью порядка 200 работников. Пандемия деятельности общественников не помеха. Накануне руководители правкома провели онлайн-форум, чтобы укрепить связь с рядовыми сотрудниками. Обсудили и планы на этот год, в их числе занятия по финансовой грамотности, культурные акции и спортивные соревнования, творческие мастер-классы. Правком ПНТЗ – одна из наиболее крупных и влиятельных организаций в регионе и в стране. В составе заводского профсоюза почти 10 тысяч человек, в том числе и бывшие сотрудники предприятия. Они тоже пришли поздравить виновников торжества с Днем профсоюзного активиста. Профсоюз – это очень важная составляющая всей системы рынка труда, занятости. Это очень мощный гарант стабильности.